Короче, всем привет, с вами я, Пойс, я не решил проходить какую-то одну карту, которую скачал. Короче, ссылка карты будет в описании, те, кто хочет поиграть. Ну, ребята, еще не забудьте подписаться на канал, нажать лайк на это видео. Ну и, короче, не будем как бы задерживать, ну а мы начинаем. Короче, я появился только что в этом мире, я не знаю, что там делать. Лучше поменьше сделать звук, а то могут в любой момент причины. Вот так нормально будет теперь. Поехали. Я не знаю. А это кто? Интересно. Я са... Оключился. Это что? Это что было? Ого, что это? Майнкрафт хоррор карт? Автор карты, походу. Ну, или как? Это какие-то записки. Это проверка на текст. А, тест. Давайте проверяем тестом. Окей, работает. А это что? Ладно, сейчас сделаю полностью и потом вернусь. Ну все, я поменял только что в правилах. Написано то, что 50-60. Уже поменял громкость. Все проще того. Ну, короче, ребят, нажимаю кнопку, значит, play. Ну а мы начинаем. Вот это да. Поехали. Если я лучше не зайду. Ладно, зайду скорее. Закрыл. Не понял. Ладно. Так, room 2. Это значит номер 2. Ладно, посплю на всякий случай, а то могут в любой момент пропустить. Давайте покрываем. А, закрыть, тут закрыть. А там, наверху. Давайте проверяю на всякий случай в сундуке, а то могут. Очень криво открываю, как сказать, потому что играю сейчас с крестиком. Да. Пытаюсь как бы решить. Это что за звук было? Интересно. Чего с первого раза нашел этот ключ? Ладно, я не знаю. Первый номер один. Ну что за скример опять? Да. Пытаются не меня попасть на скримере. Открываем. И все, что ли? Или вот туда пойти? Да, я прав. Интересно. В финале. Что за финале? А, это просто написано английском, поэтому я просто не шарю. Не шарю, короче. Вот так, короче. А, пропащий, походу. Интересно, это что? Вообще. Ладно, собаки, собаки. Злые опять. Я доме пока что не буду проверять, потому что он сгоревший уже дом, как сказать. Ну, как бы вот. А это житель ли... не понял, почему телепортнулся. Ладно, это перемотка. Так, я вообще скучно, скукота было вообще это посмотреть, потому что там написано по-английски. Непонятно слова, конечно. Ну, вот так, короче. Давайте пойдем. А.
Так, это что, карт? Нет, я не хотел пойти туда. Но я хочу посмотреть по другими способами. Или... Блин. У меня капец будет. Ладно. Если так поможет... Ладно, уходим. Фу, обошел. Ладно, перемотка будет, потому что не будет скучно это читать. Просто будет длинно, походу, или как. Окей, у меня просто включился вот этот, как забыл. Вот текстом покажу, потому что я не хочу его признать. Вот что мне удалось найти. Какое удалось, знаете вы что? Не понял. Сейчас скоро. Вот это да, вот это не ожидал. И да блин, перепутал. Потому что я... Короче. Интересно, а это что? Пост. Что за постами, кстати? Открываем. Салам. Что за салам, кстати? Лок. Так, что за записка такое? Давайте прочитаем. Вообще интересно. Даниил, Стиви. Короче, это походу дата смерти. Что за это? Или как это? Блин, ну. Ладно, поехали скорее. А, это похорные. А это что такое? Это что такое? Интересно. Я не знаю. Даниил. Да блин. Что за баг такой? Или это конец... А, это был баг, походу. Ладно, вот... Давайте за... WhatsApp. Ладно, походу, WhatsApp, поэтому я не знаю, перемотка будет или нет. Хотя будет перемотка. Уходи, закрываем. Нет, не успел, походу. Или... Оу, oh, ноу. No. Это что было? И что за картинка такое? Правило. Короче, поехали, скорее всего, с бедранем. Все. Что за рычаг? Я не знаю, что за рычаг такое, но... Окей, поехали, скорее всего, потому что нам срочно нужно что-то надо делать. Я не знаю, что вот это все будет. Короче, давайте попробуем по-другому. Чисто родом пойдем. Это да, скримеры. Это да. Зря я пошел так. Зря я пошел. Зря. Кстати, давайте проверим туда. Ага, жареная говядина. На всякий случай оставим себе за... Блин, горю опять. Я не знаю... Да, это первый раз. Ей, пускай так. Открываем. Так. Что? Это ключ. Да, я прав. Я прав, как сказать... Давайте поехали туда, на этот четвертом ключ. И я как мог отгадать, я сам не знаю почти как мог. Хотя это было очень дико рандом. Ну, чисто рандом, как сказать. Вот. Нам нужен номер четвертый. Четвертый, четвертый, четвертый. Где четвертый? Четвертый это тут. Открываем. Рычаг. Интересно, это... Пятый. Нам нужен спеть. Пятый, 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 пятый. Открывай, пожалуйста, это пятый номер два. И опять это тот самый мем.
Или который мне был. Напиши в комментариях, что за мем такой, а то я не знаю. Я не хочу туда пойти, потому что там, ну, чисто по моим словам. О, нет, уходи. Блин, не смог так смог. Не смог так не смог. Вот так случилось. Сейчас дом горит дико, и поэтому мне срочно нам нужно найти ключ, который будет... Успеем туда. Давай, активируй. Да. Да, я смог. Как я мог угадать? Боже мой. Я так мог угадать. Поехали. Выход. Полиция, спаси нас. Фу, наконец-таки. Давайте перекусим. Вот это да. Фу, поехали домой, так сказать. Как мог. Это продолжение или чего-то, я не знаю. Скорее всего, это конец карты. Или это продолжение опять. Конец карт. Да. Вот это неожиданно увидеть. Всем спасибо за просмотр. С вами я был Япозис. Ну и всем пока.